Namne Bhagavate Namah.
Я хотел бы продолжить рассказывать повествование, связанное с Рамайной, которое заключает, вы знаете, три обсуждения, которые произошли, Рамайны, которые произошли прежде. Первое — это разговор, который произошел между Бхаратом и Господом Шри Рамом. Это повествование Рамайны было очень сладостное. Затем второе — это Шабдарама. Когда мы жили в Матхуре, в то время Шрила Гурудев, Шрила Гурудев, находясь в очень особом настроении, очень детально объяснял характер Шабари. И Шрила Гурудев также извлекал из этой катхи очень много учений для нас, рассказывая очень много учений на характере Шабари. Шабари в своей предыдущей жизни она была принцессой дворца, но у нее было большое желание иметь саду сангу и общаться с преданными Господа. И когда она слышала звуки киртана или же вайшнава, то тогда издалека, находясь во дворце, она кланялась низко. У нее было большое желание быть в общении в садхусанге, но это было невозможно для ее положения. Она начала молиться: «Такурджи, о Такурджи, я желаю, чтобы, пожалуйста, даруй мне в следующей жизни рождение не в очень высокой семье, высокой касты. Я хочу родиться в низкокастной семье, чтобы я имела возможность слушать харикатху о Господе и служить вайшнавам». А Господь Кришна спросил ее о благословении. Кто-то спросил Шри Кришну о благословении, и Шри Кришна ответил, что тем трудно стать на путь преданности, кто родился в высокой